Есть много причин, по которым стоит хоть раз посетить Узбекистан. Будь то самобытная история и культура, отменная кухня, красивые традиции и обычаи. В них истинный колорит народа, его дух. Собираться вокруг сумаляка, дружно варить его всю ночь и весь день. Песни, гуляния, народные игры. Навруз – своеобразный тур-бренд, через который консульство Узбекистана в США и наши соотечественники красочно и оригинально сказали американской публике «Welcome to Uzbekistan». Встретить соотечественников, почувствовать себя частью одной большой узбекской семьи, насладиться ароматом и изобилием национальных блюд. Для тех, кто находится вдали от родины, близких и родных, празднование Навруза обретает особый смысл. Организованные в штатах Пенсильвания, Калифорния, Вашингтон и Иллинойс мероприятия стали отличным шансом погрузиться в атмосферу национального праздника. Кстати, в городе Бен-Салем, штата Пенсильвания, дату отметили впервые. Вижу, как узбекистанцы собрались праздновать Навруз, и хочу сказать им большое спасибо за вносимое в наш город разнообразие. Теперь у меня множество причин посетить вашу республику, что я и собираюсь сделать в ближайшем будущем. Более 5000 человек пришли на праздник, чтобы насладиться изумительной атмосферой, отрадно наблюдать и быть частью торжества. Гуляния развернулись и в штатах Сан-Франциско и Чикаго. На кулинарном стенде, на котором для гостей мероприятия готовили узбекские национальные блюда, аромат стоял такой, что гости спешили попробовать все. И неважно, сколько калорий прибавится. Пришел участвовать на празднике Навруз, организованном узбекской диаспорой. Нравится абсолютно все. Вкусная еда, танцы и музыка. А традиционные спортивные состязания буквально захватывали дух. Я хочу обязательно это увидеть снова в самом Узбекистане. Говорят, чтобы привлечь удачу на весь год, на Навруз надо не только трапезничать, но и вдоволь веселиться. Так его и отметили в штате Вашингтон при поддержке Ассоциации городов-побратимов Сиэтл-Ташкент. Тысячи автонаклеек с видами Хивы, Бухары и Самарканда на личных автомобилях стали особой формой самовыражения наших. Сказать Америке «путешествуй в Узбекистан».